Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на оружие для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем городе появится большая куча оружия, в том числе и конечно брони. Но, друзья, если кто-то не знает, то произошло обновление мода, которое нам навели поддержку нового Майнкрафта, в том числе добавили новые вещи, такие как ночные очки. Вот так они выглядят, и если мы их оденем, то, друзья, у нас появится настоящее ночное зрение. Но сейчас мы плохо видим, поэтому давайте откопаем небольшую ямочку, чтобы я вам показал, как они работают в темноте, потому что, друзья, сейчас было ничего не понятно. Собственно, уже становится темно, и, друзья, вот теперь давайте их оденем. Собственно, как видите, стало довольно светло. Если быть точным, то ночное зрение схоже с эффектом, друзья, ночного зрения. Да, наверное, все знают такое зелье. Вот, друзья, наподобие этого зелья работает эта штучка. Ну, уже он дает довольно прикольный эффект, который, наверное, уже знают все. Или, можно сказать, даже звук граната, друзья. Да, обычная граната, которая почему-то мычит, потому что, друзья, это текстура коровы. Но она еще взрывается. Довольно классно сделали разработчики этого мода. Коктейль молота, собственно, сейчас будет огонь. Вот, но почему-то он появился перед нами. Но ничего страшного, мы отойдем. А пистолет Магнум, то есть, друзья, револьвер. Да, такой пистолет я помню в Fallout 3, то есть почему я помню, я недавно его прошел, вот поэтому я его и помню. Ну, друзья, собственно, давайте идти дальше. Вот так у нас примерно перезаряжается оружие, то есть вы просто нажимаете на середину, и, возможно, многие об этом меня уже спрашивали, друзья, но вот и так именно перезаряжается это оружие. Но дальше идет просто классное оружие, которое должны знать все, это АВП. И у него, друзья, просто околозашибенный прицел. Это просто что-то из чего-то, я не знаю, я нигде еще такого не видел, ни в одном моде, чтобы было так довольно качественно сделано. Ну, собственно, давайте найдем какого-нибудь моба. Вот там бегает курочка, и попытаемся убить этого В. Собственно, мы убили с первого раза, и, друзья, вот есть такая аптечка, которую мы можем принять, но пока что мы еще не больные. Ну, это у нас ракетная установка, которая стреляет двумя взрывами. Как видите, у нас два раза взорвалась площадь, и, собственно, друзья, довольно большой взрыв, и мод очень классный. И, собственно, друзья, все взрывается, бах, трах, и очень классный мод, который понравится, наверное, всем. Ну, друзья, собственно, над нами сейчас, точнее, мы одели вот такую броню. Броня не ниндзя или скрытная броня, но с ножком это выглядит просто зашибенно. Была бы еще катана, и было бы супер. Ну вот на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.